не знаю, как каркасные бассейны, возможно, в каркасных бассейнах крышки организованы другим немножко способом, ну, может быть, и не натягиваются сильно, и там проблем с этим нету. Но вот у нас, допустим, крышка бассейна, вернее, у нас бассейн надувной, и крышка у нас, она как бы вниз проваливается. Там были отверстия, мы эти отверстия заклеили, и после дождя вообще супер. Все, что она делает, это офигенно. Она защищает, во-первых, от мусора какого-то, во-вторых, от цветения воды она защищает, потому что для того, чтобы вода цвела, необходим солнечный свет. Вот. И она защищает от всяких насекомых, типа, ну, не опарыша, а мотыля. У нас в одном из годов очень большое количество мотыля поселилось здесь. Дело в том, что у нас тут есть болото. И в этом болоте тоже есть мотыль. Но дело в том, что одно дело мотыль на болоте, там его жрет рыба, жрут жабы, там еще кто угодно, короче, то в этом самом бассейне ему раздолье. Там никого нет, никто его не ест, развивайся сколько хочешь. Вот, и это была проблема. Крышка уже от этого спасает более чем. То есть вы покупались, накрыли крышкой, это нетрудно. Буквально там 5 минут, и у вас закрыт бассейн. 5 минут, каких 5? Минута, 2 там. Даже минуты, наверное, нету. То есть вообще без проблем. Конечно, когда ты оставляешь открытый бассейн с чистенькой водой, и когда там солнце на него попадает, очень красиво переливаются волны, вот, но этого не видно под крышкой. Но когда она зацвела, вам на нее вообще смотреть не хочется, а под крышкой она всегда такая красивая. То есть долго сохраняется красивый цвет воды. Так вот, в чем проблема крышки? Проблема в том, что когда пройдет дождь, большой, особенно сильный дождь, вот как сейчас у нас был дождь, набирается большое количество воды. Если взять двум, даже трем человекам и просто поднять эту крышку, там, вот допустим, сейчас у нас было, наверное, около 200 литров, не меньше. Я вам сейчас даже покажу. Вот мы набрали. Это все было с крышки. Это. И я думаю, что еще бы столько же точно набрали, потому что сливали воду и еще осталось. Один раз у нас получилась такая ситуация, когда мы, убирая воду, там было тоже где-то 200 литров, просто тупо всю воду, которая была на крышке, бухнули в бассейн. Убрали всю воду с бассейна, помыли бассейн и больше так не делали. Смотрите, какая мне пришла в голову идея, как сливать безопасно с крышки воду. Берем один из вот этих вот штуков. Вот, берем. Дальше вешаем на него вес. Я положил туда две гантельки по 2 килограмма. Вся вода сбегает в маленькую лужу. Потом методом всасывания мы эту воду переливаем. Вот. Вот и все. И вода вот таким вот огромнейшим просто напором приспокойненько вытекает с вашей крышки. Если, допустим, груз никакой не ложить, то вы много воды не уберете. Она не будет стекать вам в одно место, в одну как бы лужу такую, и у вас получится проблемка. А вот таким образом можно без проблем большое количество воды убрать. Ну вот у нас осталась маленькая эта лужа. Здесь было полная воды. Полная воды была. Сейчас она опять сюда стечет, я опять проделаю ту же самую процедуру. Вот видите, как здесь набирается куча воды под гантелями.
О, переместил. Все же успел. Так. Смотрите, у нас набралось. И туда. Еще набирай. Мама поет все свои растения. Все, хватит пока. Вот смотрите. С крышки. С крышки. Вот еще, кстати, вот сейчас есть. Но я думаю, что вот сюда она сейчас наберется. Вот у нас набралось воды. Есть 3 ведра, там 3 ведра, там 2 ведра. И еще ведро здесь. 9 ведер воды по 10 литров. 9 ведер по 90 литров воды было в крышке. 90? Плюс еще там, наверное, точно будет ведро. Плюс еще то, что мы разливали. Больше 100 литров. Больше пол ванны.